мы поставили, так сказать, для ребро. Вход. Сюда. Раз. Два. Три. И здесь, так сказать, до позиции встаем, так сказать, в статике. Вот теперь левая ушла, и она должна, так сказать, да, зайти под опорную, так сказать, переднюю стопу, так сказать, да. Не разворачивайся. Не доворачивай, так сказать, корпус, у тебя корпус остается здесь. И вот здесь, так сказать, да, ты формируешь ход по линии, по центральной оси. Заход, ага. Да. Да. В этот же момент, так сказать, у тебя идет защита, так сказать, да, справа. И только после этого будет удар в землю. Вот. Нет, опять сюда довернулся. Здесь сюда, посередине. Чуть-чуть, так сказать, здесь натяжение. Вот сюда. Вот сюда, так сказать, да, вот. Вот сюда, и здесь защита. Здесь защита прошла. Вот она здесь округлась. Вот. Угу. Еще. Еще прям сразу в статику вышли. В статику здесь вышли, так сказать, да. Да. То есть вспоминаем, да, здесь колено может быть, так сказать, да, стопа, да, боковой. Все время удерживаем, так сказать, да, сваю. Да. И уже отсюда зашли, ставим и входим. Вот сейчас лучше сейчас ходишь, да. Потому что середина. Да. То есть не должно быть такого, что ты развернул, так сказать, да, корпус справа. Здесь. Все. И защита прошла. Вот дальше в землю. Дальше в землю. Вот сейчас еще. Опять чуть-чуть немножко искривился. Округляясь сюда. Ага. Вот здесь, да. Вот здесь, да, хорошо. Да. Рука. Защита. Вот. Вот она здесь, да, вот сейчас. Вот. Отсюда, да, вот. Угу. Во, ага. Во, во, во. Во, классно, да. О, сразу? Да, вот. Держишь, держишь, у тебя здесь, здесь пен отражение, так сказать, да. И Джоу, соответственно, да, держишь его. Хорошо. Вот. И сюда на меня подаешь. Вот. И чуть-чуть натяжение в спине сейчас в этот момент. Вот, хорошо, вот, отлично. Ну да, вот на картинке, ага, сразу, во, видно. Во. Когда подается, а когда, да, нет. Во, молодец. Вот, все, конфигурация. Подойдет. Да, но для нас с ним опять вот этот момент. Это максимально.